Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на продолжение прохождения Need for Speed Pro Stay. Спасибо вам огромное за поддержку, за хороший комментарий, в общем-то, вот что я понял. Почему мало лайков? Ну, потому что, типа, если Pro Street такая, знаете, все-таки игра, как оказалось, почему-то многие написали, что она не всем нравилась, хотя для меня, не знаю, Pro Street тоже была прям хорошей NFS-очкой, как и Most Wanted и Carbon. По сравнению, типа, с Carbon и Most Wanted, просто, типа, мало кому заходит Pro Street, поэтому, типа, лайков. Но, друзья, вы прям вообще меня, знаете, я, короче, рассказываю, как было, вот прям не шучу. Просыпаюсь, вот, значит, захожу телефончик. Ну, ютубчик, смотрю такой, думаю, ну что там, пацаны-то, наверное, у меня видосы на запланированные стоят пораньше, чтобы, а то если бы я когда просыпался выкладывал, было поздно. Смотрю, такая серия, там, ну, за что-то там несколько часов набралось уже 10 тысяч плюс лайков, я такой, знаете, просто смотрю на телефон и вижу такой, ну, типа, у меня, да. Хуйня какой-то сморозил. Ладно, короче, ребята, это, продолжаем, прочитал ваши комментарии, за что вам огромное спасибо, друзья мои. Значит, во-первых, оказывается, не знаю, почему я забыл об этом, так, ага, Лейпциг, во, все, отлично. Не знаю, зачем, почему я об этом забыл, дело в том, что мне написали, что Вилли делать вообще как бы можно на любой машине практически, идеально, очень влияет сильно, точнее, не идеально, а очень сильно влияет качество покрышек, да, то есть шины, если второго или третьего уровня, типа, будет Вилли лучше делаться, вне зависимости даже от мощности, не, ну, конечно, зависит, но не так, типа, ну, короче, вы поняли. И вот есть этот замечательный уикенд под названием Лейпциг и Лейпциг 2, действительно, за него дают 50 тысяч, друзья, поэтому я предлагаю вот тут побольше дрифта, давайте его пройдем, он такой крупненький, и, собственно, это, конечно, будет опасно, но я надеюсь, что вот в таком чемпионатике мы сможем вывести, потому что, напомню, мы купили Porsche, в прошлой серии мы не вывезли на G-эффекте, который будет, ну, типа, чемпионат по гриппу именно, да, который в конце в самом. Поэтому, друзья, честно говоря, я сейчас начинаю переживать. Если мы сейчас не сможем на Porsche тащить, сейчас решится многое, очень многое. Поэтому я крайне рассчитываю на то, что у нас сейчас все получится. Тем более, если получится, нам за этот чемпионат заплатят неплохое количество денег. И мы сможем, наконец-таки, протюнить Porsche, и он будет уже в строю. Андрюха, Санечек, Ванечек и Стас. Булкин Кейс знает каждый из вас. Нет сайта лучше, ты со мной согласись, ведь Булкин Кейс заеби. Фа 18, GTA 5 за копейки, рандомы, призы, позитив и битейки. Тетя Люся, за стол зацепись, ведь Булкин Кейс заеби. Розыгрыш игр, выгодные рандомы, лучшие цены на игры знакомые. Не ленись, игрухой обзаведись, ведь Булкин Кейс заебись. Пока Семёныч пиздит колесо, заходи на Булкин Кейс и во всем сам убедись. Ссылочка в описании. Так, друзья, ну это будет интересно. Я предлагаю на самом деле дрифт. Ну, сейчас будем чередовать. Давайте начнем с участков. Вот участки мне интересно, скоростное кольцо. Интересный такой очень трек. Давайте попробуем. Вот сейчас реально все решится. Так, по лошадям, в принципе, ладно, не будем смотреть, значит, Элтон Джон, Джейк Винстон, Черчилль, блядь, Мальборо, Кэрри Хилл, Парламент, все, короче, сигареты мира с нами гоняют, ну шо? ТТ-шечка, кстати, не обратил внимания, ТТ, не помню даже, что против нас гоняло, и Ланча тоже, и, ну ладно, это еще куда ни шло. Ну что, друзья, сможем ли мы? Фух. Я честно переживаю, потому что после того, как я облажался, действительно облажался на сток... У нас, например, машина стоковая, если кто пропустил предыдущую серию, во-первых, советую все-таки посмотреть. Значит, первый участок уже не за нами. У нас Porsche 911 GT3 RS совершенно стоковый, пацаны. Вот уже хорошее, блядь, начало. Наверное, зря я взял... Ой, ебать, они там раз... Ёпта! Там вообще улетел куда-то пацан. Все нормально. Ланча, ты вообще тормоза там отказали или что, блядь, у него? Ёпта, я на Porsche чисто боком зашел. Ебать. Короче, пацаны, единственный, наверное, шанс, это как-то за счет слипстрима, может быть, подстроиться, и то я не успеваю. Нет, друзья, я въебываю снова, я не могу пройти участок. Но, наверное, я зря сделал, что взял такие прямые отрезки, потому что я же знал, что у меня 9 очков не хватило. Блядь, вот это же на самом деле отрезок, у меня есть шанс пройти. А еще у меня есть шанс пройти отрезки, точнее, участки, если я буду... слипстримить за какой-нибудь тачкой, потому что все-таки это имбовое ускорение хоть какое-то дается. Я, правда, не знаю, на таком расстоянии, наверное, оно не работает. Но тем самым... Блин, ну хотя бы какое-то место занять. Ладно, я понял, что я здесь уже облажался. Тормозов стоковых вообще не хватает!
Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, как разложить Porsche за... Блять, просто купил дорогущий Porsche, денег на тюнинг нет, и я обламываюсь. Давайте я попробую заново, не буду ремонтировать. Фух. Я сам себе поставил хардкорные задачи, друзья, и мне кажется, это даже чем-то хорошо, потому что если мы сейчас на одном дыхании... Вот, честно, признаюсь, прохождение Most Wanted того же или Carbon — это весело. Но, сука, было сложно, не спорю, особенно с копами было сложно, но, согласитесь, не хватало вот такой прям жести откровенной. И вот сейчас я сам себе устраиваю, в принципе, вот этим вот самым, проходя Pro Street. Потому что действительно то, что я сейчас пробую сделать, ну, как бы не то, чтобы невозможно, это возможно. Если очень сильно постараться, что я и хочу. Просто поначалу Pro Street начался очень скучно, вы помните, да, очень легко. Но сейчас, я вот сейчас просто попробую сделать все возможное, я пойму, что нет. Но как бы у нас вариантов нет, у нас нет тачки для гриппа, у нас нет денег. Мы можем пойти чисто какой-нибудь драговый там чемпионат или что-нибудь такое пока что. Это единственный способ, как нам наварить сейчас бабки. Просто как бы, нет, он неплох реально этот Porsche, но я понимаю, что он просто сток. Вообще ничего не, я кроме перекраски вот ничего не сделал. Просто покрасил тачку и все. И все-таки можно я как-то попробую, я сейчас, конечно, уебусь скорее всего, друзья. Я иду на максималь, пизда мне. Нахуй я это сделал сейчас вообще? Ой, блять, пацаны. Короче, походу надо ливать, да, с этой гонки? Здесь вообще нечего ловить. В участках, по крайней мере... Давайте я ливну, друзья. Это полный пиздец. Что я сам себе поставил сейчас за задачу? Это просто пиздец. Я же не вижу смысла последним финишировать ее. Вот, я, во-первых, разъебал уже машину. Я уже должен бабок, да, за нее сейчас отдать. Хорошо, тогда. Дрифт-то мы пройдем, это понятное дело. Но... Допустим, где тут... Как... Нам нужна трасса, где есть повороты. Сука, здесь их очень мало. Ладно, давайте дрифт тогда пройдем сначала. Фух, надо мне, наверное, все-таки войти в игру, друзья, войти в роль. Фух, Z4, кстати, M-купе, она очень пиздатая. Я помню, на ней любил тоже дрифтовать в... Вот она, хороша. Я ее потом по приколу, может, для дрифта сделаю, потому что она такая маленькая, пиздатенькая, в принципе. Z4 в NFS вообще в целом встретить очень редко, когда можно. По-моему, даже прострите только он... А, нет, кстати... Может, в Undercover даже есть. А может, нет. Ну, короче, не помню. Так, ребят, ну давайте хотя бы в дрифте-то я не обломаюсь, надеюсь. Так. Перекладка, ну, относительно неплохая. Мощности хватает. Ну, траектория-то, конечно. Так, вот здесь, конечно, нам немножко не хватило. Здесь нужно сбавить скорость. Не хватает или... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 3000 очков. Ну, как бы в целом неплохо, но здесь как-то надо очень хитро войти в этот поворот. Сейчас попробуем больше набрать. Я думаю, что все равно первое место, надеюсь, по крайней мере. Да. Что-то это, такое ощущение, что они больше 1400-1600 никогда не набирают боты. Так, ладно. У нас по мощности нет. У нас G35 на самом деле. Хотелось бы его чуть мощнее, но все, в принципе, относительно неплохо. Так. Это вам, друзья, не грипп на стоковом Porsche. Это вам дрифт на корчевом G35. Так. Перекладка. Хорошо. Не теряем скорость, вот на соточке идем. Наверное, лучше даже меньше угол брать. Так. Ай, блядь! Слушайте, очень хитрый поворот. Я хотел его в одну дугу за... Но здесь нереально. Может быть, я, конечно, дурачок. Не, можно здесь, понимаете, вот как бы фишка Pro Street'а, что ты можешь вот так делать. Ай-яй-яй, бочки! Да его достойно, ты достойно. Ну лучше нахуй эти очки вообще мне нужны были для того, чтобы... Ладно. Все-таки мы за красивый дрифт, пацаны, поэтому давайте не будем страдать ерундой и пробовать просто реально пройти и красиво, и набрать очков. Я предлагаю таким образом. Немножко Infinity в бочонке улетел, но ничего страшного. Давайте дальше. Так, у нас еще есть попытка улучшить время, хотел сказать. Рекорд. Давайте так. Ставлюсь. Ну, кстати. Так. Очень хитрый поворот. Ну, блядь, её несёт, сука. Нет, здесь, понимаете, надо самому выпрямляться, к сожалению. Ну, как бы, если я сейчас по забору тянул, я бы точно рекорд побил. Да и так я его побью, нет? Ну, примерно, ладно, хорошо. Но сейчас было красиво. Особенно первая связка поворотов, перекладки мне понравились. Не знаю, как вам, друзья, напишите в комментариях. По-моему, было хорошо. Так, окей. Дрифт у нас получается. Это понятно, но... Что, попробовать, что ли? Я не знаю, грипп все-таки. Какой здесь вот? Ну, вот этот вот только если. Здесь только столько тоже есть такие участки не очень хорошие. Или вот даже... Ну, давайте грипп попробую. Участки что-то вообще не заходят у меня. На поврежденном автомобиле у нас просто Porsche разъебан в хламину. И я не могу его починить, потому что не хочу тратить. Ну, хотя жетон можно было, но...
Я думаю, что не очень сильно там что-то влияет. Так. О, вот тут нормально. Тут по лошадям мне нравится. Тут меня прям запихнули в мою группу. Так что здесь, возможно, не знаю, почему в участках так сложно. Ну давайте, друзья, надо пройти это как-то. Ну а что? Что нам? Что у него, блядь? Там посмотрите на челленджер! У него разорвало на... Все хорошо! Я надеюсь, вам это видно было, ребят. Так. Просто я не знаю, на кого я похож. На какого-то дурака, блядь, самого настоящего. Просто... Вот, понимаете, представьте, мы сейчас вернемся в 2007-2008 год. И вот этот Porsche, реально тогда только вот свеженький. В таком состоянии... Ну такое, блядь. Очень странная картина, я вам скажу так. Так. О, это у нас вместо закиси азота только слипстрим, друзья. Других шансов ускориться у нас нет вообще. Что? Вы сейчас видели? У меня так коробка работает быстро? Или что? Почему у меня скорость на 212 застряла? Я вообще думаю, ебать, может, мне ограничение срабатывает? Нормально у Porsche так. Че вообще с челленджером, пацаны? Не подскажете, как бы? Почему его распидорасило вообще весь? Все хорошо? Начинается, да, какая-то непонятная хуйня? Спасибо. Так, группа А, здравствуйте. Ланча, Интеграле, Дельты. Давайте-ка мы вас немножко тут красных, синих всех подвинем, потому что у нас тут серьезные пацаны собрались. Это вам не дворовые гоночки. Да, изобилие повор... Куда... Блядь. Пиздец, на ТТ-ке... А, и на челленджере на этом, на разъебанном, точнее, который не прогрузился просто по текстурам, там тоже чуваку хорошо. Так, ребят, мы первое место занимаем, я даже как-то не очень, да, язык поворачивается сказать... Вообще не понимаю, что я натворил в прошлой серии, зачем я взял этот ебучий... Не, он, конечно, хорош, но как бы вот и сейчас вот как бы я тащу только за счет того, что меня определили реально в нормальную группу. Потому что до этого меня определяли, как вы помните... Тихо-т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 ихо. Давай без всяких фокусов, давай, дружок. Задний привод, мы понимаем, что это опасно, но давай вот без таких вылетов. Вот, и как бы это все хорошо, конечно, но... Если бы меня сейчас кинули в то, что было в участках, когда меня просто унижали. Это касается как и прошлой гонки, вот, как бы, которая сейчас была. И так и в прошлой серии то, что происходило. Так, немножко дрифта на Porsche. На борьба-то набирает обороты всегда, конечно. Особенно, когда тут какой-то непонятный чел на салатовом... даже не салатовый, какой-то лаймовый. Я не знаю, как этот цвет назвать, пацаны. С чем у вас этот... Бля, кстати, красиво. Зашел красиво. Наконец-то у меня получается бочком наваливать. Но это реально странная вот немножко физика Прострита. Когда у нас была как бы не такая мощная машина, я понимаю. Мы там еще не... Ладно, тут как бы похуй, можно срезать побыстрее. У нас бездорожный Porsche, если что. Это Cayenne, понимаете, разрабатывался. Если вы не знали, первый Cayenne, когда только-только, это именно GT3 RS. Вот-вот, да. Вы ничего общего не находите, это же одно и то же. Ай, ладно. Так, у нас довольно длинные круги. Но зато я 100% уверен, посмотрите просто на разрыв. Здесь каким-то раком, но даже если учесть того, что я тут срезаю все на свете. Правда я... Ну-ка, если я сейчас вот так пойду. Бля, хорошо, что здесь тачка не может на траве перевернуться, иначе это просто пиздец был бы. Прикиньте просто, вот сейчас в какой-нибудь момент... Нет, хотя на скоростных гонках тачка может перевернуться. Вот она там может перевернуться, так перевернуться. Ну, вы, в принципе, уже видите. Хотя мы не переворачивались, мы только столб, я помню, врезался. Блин, я же еще хотел 350Z поменять для скоростных гонок на что-нибудь другое. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально, все нормально. Леди и джентльмены тут... Леди и джентльмены... Ladies and gentlemen, please press your like for this video. Буэна, gracias. Thank you. Спасибо. Дякую. Данке. Шон. Че? Корнюшон? Ха-ха, ёпта, корнюшон. Ай, блядь, сейчас мы как... А зачем я мог на полных ходах ворваться? Минута, вот требую... Вот это вот, знаете, уже вот это как-то... Ну, тоже странно. Такой прям разброс. Сначала тут потеешь, потом как-то легко, потом что-то... Ох уж это Прострит, друзья. Но скоро! Undercover, возвращение копов. Хе-хе-хе, я бы сказал даже. Хо-хо-хо, я бы даже сказал. Вот это будет хорошо. На-на-на-най-най-най. Когда бы ты не шел, на-на. Ну что, ну это было, это по-нашему, согласись. Это прям как надо. Побит рекорд раз. Да что ты говоришь, я первый раз по этой трассе ездил, еще бы он был не побит.
друзья, но это то... Да, 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 продолжу, в смысле, я имею в виду. Это вот, вот дрифт все-таки, я не знаю, прям меня вставляет нереально, я вам отвечаю. Прям вот, блин, за четвертая неплохая такая, реально, малышечка такая, сосочка такая вот хорошенькая. Ну ладно, у нас финик тоже неплохой, согласитесь, прям хороший у него стиль, мне нравится. Раскраска и цвет, и все-все-все хорошо у него. Подождите, мы диски-то купили же, да, по-моему, в прошлой серии у него? Так. Сейчас бы дрифтить вверх, это, наверное, самое убогое вообще, что может быть. Блять, если бы я знал, что здесь так узко, я вот не знаю, почему я в играх не люблю узкие места. Ну, я чисто, я просто первый раз здесь. Ну, кстати, каким-то раком я набрал почти 4... Что? Законно сейчас? Нормально сейчас? То есть, вы видели, да, начало, когда вот, вот просто хотелось сделать, наверное, и вам, и мне вот так вот. И вот конец, когда я вижу 4000 очков практически. Ну, нормально, это просто рит. Но траектория трассы ебанутая, сказать ничего. То есть, как бы, сначала ты летишь в дрифте наверх, поднимаешься в закрытый поворот, не зная, какая там змейка будет по ширине, вообще, куда она пойдет. Вот что это? Вот, хорошо, здесь. Начинаю снос. Торможу как ебнутый, потому что здесь просто скорость... Сказать, что она маленькая, это ничего не сказать. Делаю такой занос. Сюда вхожу с ручником. Тяну ее ручником. Теряю скорость. Блять, включаю нитрос, захожу сюда, сюдос, включаю нитрос, захожу сюдос, скорости не масс, я долбомас, раз, что, блять, они, блять, они уже плохо, короче, можно, сейчас будет, друзья, киберспортивный дрифт, вы такого еще не видели, наверное, о, АС-350, ну-ка, это какая там малышка, спасибо, что показали. Кстати, да, АС-350 же тут есть, тоже можно было ее так-то для дрифта. Но да, вот как-то вот, ну ладно. Мне кажется, мы Porsche прям надолго оставим, потому что учитывая тюнячки на него сколько стоят, да? Я думаю, что это... Этот поворот очень, сука, злоебучий, очень хитрый. Хитро выебанный, я бы даже назвал. Давай, давай, давай. Да, еще, кстати, блять, забыл совершенно. Мне там писали в комментарии, и я соглашусь с чуваком, который это писал. Он писал, что я как еблан. Ну, я как еблан. Чё, пацаны, 6к очков неожиданно практически, да? Я реально дебил. Зачем я вообще в автомате дрифчу? Объясните мне. Я реально долбоёб. Вот я с чуваком согласен. Он прям, по-моему, так и написал. Может быть, не так, но он мне прям сказал, что я дурачок. И реально, вот почему я, сука, не поставлю ручную коробку в дрифте? Так, половину мы получаем. Хорошо. Выбираем. Можно бабки? Бля, спасибо. Вот они мне нужны очень сильно. Пацаны, я думаю, что, знаете, так, настройка, процесс игры, схема, да, режим игры, дрифт, во. Ну, типа, подождите. Блять, я открыл дрэк, да, я сказал дрифт, открыл дрэк, понятно, сорян. Ручная, так, и мне нужно... Подождите, это получается... Ну, давайте попробуем. Мне кажется, это будет сейчас очень интересно. А я не знаю, ребят. Мне просто реально дурак. А, то есть, вы видели вообще трассу? Там просто круг, блядь. Охуеть! Вот сейчас мне как раз и нужна ручная коробка. Как всегда вовремя, Санек. Молодец. Так, ладно, все, надо не забыть, что сейчас ручная коробка. Но это... Я реально... Я сам люблю в дрифте всегда. В Форзе там, да? Даже на клавиатуре как бы нормально. Все будет окей, мне кажется. Давай, 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 давай. Пошла, пошла, жара, пошла. Вторая. Так. Что, на третий пойдем? Я просто экспериментирую, пока не обращайте внимания. Тихо, тихо, тихо. Можно это? Мы этого не видели, хорошо? Слушайте, давайте... Все равно ремонтировать надо будет. Какая разница-то, по сути? Потому что я здесь-то уж, надеюсь, не уебусь никуда, поэтому надеюсь, что я не зря сейчас отремонтировал. Сейчас, блядь, что это за ублюдок-то приехал? Он может прогрузиться вообще, вы видите этого? И вообще нормальный человек, нет? Давай, финик, включаем первую. Так, значит, надо брать намного больше разгон. Я же не знал, какое здесь колечко, колечко. Кольцо! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Блять, ну сука, ну что ты вылетаешь-то, мразота, блять. Ну,
Я понимаю, что это первое место, окей, как бы, да, но вот это... То ли не хватает все-таки мощности, то ли я пока не понял, что втыкать там. Потому что кольцо очень затяжное. Как вы думаете, что мы... Ну, сейчас. Сейчас. Я, кстати, когда-нибудь вам, ну, когда найду эту самую... трассу, здесь есть одна моя любимая дрифтовая. Объясню, почему она у меня любимая. Потому что когда я участвовал в каком-то там мероприятии, чемпионате, если это можно так назвать, по простриту. Да, блять, ну какой же я и шаг-то ебучий, а? Ну пиздец, Саня, ты еблан. И вот я дурак-то, а? Короче, здесь есть трасса моя любимая. Как только она будет, я вам ее покажу. Рассказываю, как она выглядит, не знаю, как называется. Помню до сих пор. Разгоняйтесь, ставимся влево. Потом прямая и вправо. Затяжная шпилька такая. Вот прям до боли простая. Но там, по-моему, что-то у нас по 10 тысяч очков получалось набирать. По-моему, на... Блин, я не помню, на чем я больше всего набирал очков. Кстати, по-моему, на Пантиаке. GTO, и может такое быть, не может. Что-то вообще там какая-то тачка совершенно, я не знаю. Я тоже подбирал. Помню, их очаровку пробовал. Ну, короче, что-то как-то это. Не знаю. Давай, вторая. Блять, я так вот, сука, не понял, как эту шпильку идеально пройти. Допустим, ставлю здесь. Я просто, знаете, из тех людей, которые... Короче, здесь можно было, блядь, если бы я так изначально... Я просто, понимаете, из тех людей, которые, типа... Если такой затяжной поворот, не выпрямляйся. Вообще для меня в дрифте выпрямиться там на прохождении какого-то этого, типа, хуёво. Но здесь по-другому нельзя. У меня в мозгу работает, что я должен, сука, на одной этой пройти. А тут, видите, если выпрямляешься, как бы... За это же не ругают, и как бы так и надо, видите, у меня как бы вот без проблем. Если бы я так изначально поехал, у меня бы лучше все было. Ладно, ну что, пацаны, может рискнем? Все нахуй. Серьезно, заезд на время, мне кажется, будет и то эффективнее. Да, вот тут уже ничего не поможет. Вот тут я даже не хочу его ремонтировать, потому что Porsche, это, мне кажется, он сейчас быстренько убьется. Так, вот тут уже легко. Я не понимаю, почему соперники-то поменялись так резко. Типа, почему в участках реально очень сложные пацаны, а здесь... Я так этого не понял, ну ладно. Ай, ну давайте. Так. Вот. А, это ебаные, блядь. Теперь. Можно я по привычке? Типа, то самое ощущение, когда уже привык здесь про дрифтов. А, здесь налево мы шли. Не надо так обманывать-то. Кстати, это, конечно, все весело, но. Нашел я время, когда развлекаться, когда мне и так ситуация не из лучших. Ну ладно. Так. А, ну здесь и легко все. Я дырочку. И все. Ладно, больше не буду. А то реально нехорошо получается. Так, вруливаемся на Porsche. Ебать, у них там борьба. ТТХ против Ланчи. Вы посмотрите, что пацаны творят. Так, ловим слипстримчик. Ой, пацаны, ну что... Блять, дурак, тихо! Да хотя какая разница, этому Porsche реально уже ничего не поможет. Понимаете, это вот убитое дерьмо уже. Просто вот. Так, значит, кто у меня основной... По мощности челленджер, да, конкурент мой? Ну, а так, как бы, по сути... Тихо. Ты что таранишься, это? Что, не видишь, какая у меня конфетка? Только из автосалона, блядь, смотри. Родной слой краски. Ничего не бито, не крашено, вообще не... Бля, тихо. Нет! Прости. А, нет, не прости. Я думал, я его сейчас бочину ударю просто. Да, я как бы расслабился, потому что у меня 55 секунд. Я что-то не верю, что они пройдут лучше. Не буду проходить читерски, я буду... Так, немножко... Бля, тихо. Тихо, пацаны, держимся. Ловим слипстримчик, бешеный, смотрите. О-о-о. Она сейчас опять на 212 затупит, нет? Нет. А что тогда было? Она как будто, знаете, захлебываться начала. Может, карбюратор почистить, а? Сейчас бы карбюратор чистить, блядь, которого нет на GT3 RS, но это не важно. Обхожу. Не, ну это изи, вот это я понимаю. Правда, как будто игра мне сама, знаете, облегчила задачу, потому что... Ну, тихо, нормально все. Рекорд, конечно, не получился, а у пацанов там лучше время, интересно, будет. Сейчас, прикиньте, 55-56, там, 55-06, я вот не удивлюсь, реально. Нет, только Карик, блядь, уменьшил время. Бля, она реально захлебывается, может, это от повреждений? Просто я думал, что на легких повреждений там, типа, не влияет вообще. То есть легкие повреждения чисто кузов, оказывается, нет. Ну, можно сейчас время какое-нибудь ебанутое проехать? Было больно. Реально, Porsche уже пофиг. Хочу время какое-нибудь. Можно 49 секунд? Это вообще реально?
Законно такое время? Не получится у меня? Может, договоримся? Нет? Тихо. Сейчас пересеку, я сейчас все пересеку. Сейчас тут все пересеку нахуй. Блять, тихо. Блять! Траектория просто идеальная, блять. Нага, 49. Держи арбуз, Санек, вместе с дынькой. 54 и 50... Сколько там было? 53... 90? Неплохое число. Ну чё там, всё, викенд закончил? Нет? Побит рекорд. Лидер напиши. Ещё надо? Вот это мне не нравится нихуя. Вот серьёзно, вот тут как-то... Бля, был бы ещё дрифт, вот я бы сейчас... Эх. Ну, давайте, ну, блин, я не знаю, это, конечно, очень опасно, пиздец, как опасно. Ладно, я рискну, ребят. Я надеюсь, что здесь мне повезет сейчас, потому что, да, на поврежденном нормально все. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо, потому что... да, спасибо, знакомые ребята, знакомые лошади, как говорится. Так, это... поперли, турбинками скрипя. Сиатик купил. Кто это у нас сиат купил? Опять этот, блядь, разорви ебало на своем челленджере. Мэнни... Чего? Солим? Чё по имени вообще? Ой, я рыгнул, да? Это я прочитал его ник просто. Фамилию. Да, ник. Не знаю. Попку ему поцарапал. Смотрите. Карик, блядь. Карик. Давид Кон. А где мягкий знак? Сейчас бы Давид конем был, ну что-то такое себе. А я это свой новичок какой-то наших заездов. Бля, так-то не смешно, опять это эти прямые читерские пошли. Там улетит кто-нибудь, интересно? Я смотрю уже, наблюдаю. Не, смотрите, тормозят. Научились. Красиво? Что-то не особо. Блять. Нахуй я это сделал, дебил! Сука, еблан, блять. Вот идиот. Вот ебланище, вот идиот, блять. Вот кому... Ой, придурок! Вот, а зато я сейчас себе сам докажу, что я без слипстрима тоже нормально как бы. Да. А, подождите, что? Я же должен... Это ж гонка. Блять, это гонка, это не на... Блядь! Я почему-то думал на время, я сейчас смотрю, что-то времени появилось. Я думаю, вот я и дурак. Ну все, пацаны! Бля, вот это реально разорви ебало его хочется разорвать, потому что... Ну что это у него, блядь? У него ни крыши, ни крыльев, ничего нету. Это что за дела-то вообще такие? Так. Такое ощущение, что как у меня, да, слипстрим работает, а у них так как бы. Особо. Нихуя! Карик, ты чё там первый едешь? И конь, конь! Стой, блядь! Эй! Давай! Хемикуда! Баракуда, блядь! Пропусти меня! Давай! Пиздуй! Так, нормально. Райан Купер-то. Последний круг, ребят, последний шанс! Смогу ли я? Делайте ставочки в комментарии! Пишите, как вы думаете. Тихо. Карик и конь! Конь или Карик, или Булкин, или Райан Купер. Давай. Иду идеально. Пристроился в попец. Так куда? В смысле, что так сдувает? Азот выключаем, у меня нет такой хуйни. Ну ёбаный в рот, да не. Не пущу. Все, буду на таран идти. Похуй, у меня ж Порш. Пошел в пизду! Пошел! Конь! Стой, сука! Стрелять буду, конь! Сука! Сука, стой! Конь, блядь! Иди отсюда, блядь! Ну ладно, хотя бы второй. Бля, ебучий конь, а. Эх, воспользовался моей ошибкой, малыш. Ну ладно, зато все равно лидер. 50 кусков. Второй. Нормально. Так, прервать. 140, ты ёбаный рот. Пацаны, кажется, тюнячки на Порш подъехали. Я, конечно, не подстрекатель. Но это было действительно неплохо. Так, сразу идем в гараж. И начинаем наш тюнинг. Так. Ну что, значит, надо как-то сейчас максимально сделать все очень круто. Значит, давайте второй этап. Мы все-таки не настолько богаты пока что. Не будем фантазировать. Надо. Хотя, блин, знаете, мощности-то много не бывает, как говорится. Ладно, давайте пока второй. Или не покупать второй. Так, ладно, хорошо. Допустим, если трансмиссию, наверное, второй поставлю. Не буду третий. Хотя третий 24 тысячи. Бля, ну я тоже не хочу сейчас, типа, по максимуму тачку для гриппа делать. Давайте второй воткнем все. Я думаю, этого хватит. Двигатель второй. GE Pistons. Надув. Бля, ну так и просится третий, конечно. HKS. Turbonetics. Ладно, обойдется, блядь, вторым. Так, подвесочка. Ну, типа, да, надо. Давайте второй, все-таки не пожалеем. Тормоза, да, нужны. Вот тут они почему-то
Почему-то они здесь нужны, друзья. Давайте черненькие поставим. Ой, почему-то они здесь нужны. Хорошо сказал, спасибо. Не за что. Йохогама. Так, закись азота. Да, в принципе, одного баллона хватит мне. Нос. Все, отлично. Главное, что не с хуем с носом остался. Хуя себя свистнул, блядь, да? Так, давайте сразу, пока не забыл. В двигателе все на максимум. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. А, хороший мальчик. Так, что по подробностям? Да нет, в смысле, не по подробностям. Что там по этому, по стенду? 575 сил, 3,8 до 100. Ну, такое, блядь. Ну, похуй вообще. Покатаемся, сольем это ведро. А сколько, кстати, его слить стоит? Можно сейчас сразу расстроюсь просто? Чего? Хуяси! Да ну нахуй так. Вообще, не-не-не-не. Давайте даже не буду пока думать о продаже. Бля, можно добавить аэродинамики, помните, да? Но, как бы, проблема в том, что... Я не хочу портить. Ну, он так пиздато выглядит на этих катках, в этом кузове. Да какие катки? Вот, ну что это? Ну, это, блядь, ну это же вообще пиздец. Не, ну, конечно, не так все страшно, но ну, просто она такая симпатичная. Вот как бы, ну, типа, можно по максимуму пойти вот так сделать, но тоже нахуй оно нужно. Вот так вот хорошо прям. Насадки, конечно, нельзя поставить, да? Сиденье, воздух, забыл. Ну, короче, не, ну, нормально. Вот сейчас она должна поехать, пацаны. Но это мы узнаем в следующей серии. Значит, в следующей серии тогда мы, возможно... Кстати говоря, можно я сейчас, знаете, что сделаю? Мне пока, наверное, не хочется продавать мустанг. Мустанг у нас, в принципе, все хорошо. Подождите, нам что мы там? Третий, да, можем еще поставить двигатель. 47 он стоит. Трансмиссия. Слушайте, ну, наверное, мы сейчас поднакопим бабла. Третий надув мы поставили. Можно воткнуть сюда. Наверное, да. Наверное, мы так и сделаем. Мы поставим, когда сюда третий батор, трансмиссию не будем ставить третью. А мы пойдем с вами в чемпионат по драгу, наконец-таки, и попробуем вилли. Тем более, раз говорят, что там тачка и так заскриптована и встанет на дыбы любая практически. Вот, так что, друзья, в следующей серии будет жарко, собственно, как и всегда. Надо, и вот это, наверное, мы сольем и все-таки купим уже что-то. Конечно, у нас сейчас с бабками проблема, как вы понимаете, но будем как-то крутиться, вертеться, мутиться и придумать что-то. Все, ребят, поддержите, пожалуйста, лайком. Чем больше лайков, тем больше мне хочется записывать серии для вас. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, если вы не про... Ой, блядь. Не забывайте, я даже не буду это вырезать. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать... Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, друзья, оставляйте ваши комментарии. Я все читаю. Спасибо всем сразу заранее за советы, за то, что ругаете, хвалите и все такое. Все, ребят, увидимся. До новых встреч. Пока-пока.